первую очередь это дает новые возможности для предпринимателей. И не просто тем, что они будут платить меньше штрафов, если будут нарушать, или от этого будут меньше нарушать. Нет, речь идет не об этом. Экологическое развитие региона или страны состоит в том, чтобы те технологии, которые уже применяются в других странах, начали работать на то, что соблюдение норм и правил экологичных становится возможностью для предпринимателей уменьшить свои расходы ресурсные. Уменьшить не только за счет того, что они не будут меньше платить штрафов, а за счет того, что им меньше надо будет ресурсов привозить на Камчатку, а потом не надо будет платить за утилизацию того, что может быть ресурсом для еще кого-нибудь. Вот эта вот экологичность не на уровне природы-человека, а на уровне человек-человек и человек-природа, это действительно открывает новые экономические возможности. Поэтому появятся новые ниши экономические, скажем, перерабатывающие небольшие предприятия, которые могли бы перерабатывать то, что является отходом больших, крупных, скажем, логистических компаний, это может быть горюче-смазочные материалы, которые подлежат просто утилизации. Но, с другой стороны, они могут быть переработаны, например, в битум для асфальтового завода. Ни СТО, ни парк автобусный, ни асфальтовый завод не готовы заниматься этой переработкой, но они готовы были бы этот продукт употребить. Посерединке может встроиться новое предприятие, которого еще не существует. И задача Камчатского края не просто увидеть вот эти вот возможности, а дать экономические инструменты.